Всем привет! Я решила сделать что-то типа адвент-календаря, но не каждый день. Я буду выкладывать видео, посвященное Рождеству, про краков, про собак или просто какие-то аутентичные видео. Сегодня вас ждет небольшое видео с ярмарки, которую мы посетили на этих выходных, а также фотографии, которые я сделала на этой ярмарке. Это была рождественская ярмарка уникальных изделий. Она проходила 27 и 28 ноября, и более 40 участников представили свои изделия. Это были и елочные игрушки, и украшения, и сумки на все случаи жизни, натуральная косметика, керамика. Мед, книги, настольные игры. И игрушки из дерева, фетра и хлопка. Участники отвечали на любые вопросы о своем ремесле, а некоторые даже проводили мастер-классы, например, по изготовлению украшений и по резьбе по дереву шахматных фигур. В программе также были мастер-классы по изготовлению рождественских украшений, творческие научные показы и эксперименты для детей и взрослых. Это было супер красиво, и там какие-то всякие колбочки, что-то взрывалось, какие-то газы выходили. Это было очень красиво, особенно, я думаю, вечером, когда была подсветка. Атмосфера была такой праздничной благодаря настоящей оригинальной викторианской карусели, которая отправляла волшебное путешествие. Я узнала о том, что это оригинальная карусель, только когда готовилась к видео, но это было очень чувствовалось, что она такая аутентичная. На фотографиях вы увидите, такая старинная, и сразу такое придает настроение какое-то соответствующее, даже если ты не знаешь, что это оригинальная карусель. В этой палатке был какой-то мастер-класс для детей по изготовлению, как я поняла, лежанок для собак,
А владельцы подарили даже мне конфетки. Это было супер приятно. Все было так красиво, а вечером во время пробежки я посмотрела, что людей стало не меньше, а даже, наверное, больше. А карусель выглядела еще более загадочно. А еще мне понравилось, что там были биотуалеты с двух сторон. Хотя занимаемая ей площадь была довольно небольшая, но все равно они молодцы, что добавили биотуалеты. Ну что, спасибо, что вы смотрели это видео. Я желаю вам рождественского настроения в этот месяц и желаю провести его спокойно, размеренно, а не в беготне за подарками. А еще очень хочу, чтобы побыстрее в Кракове выпал снег, потому что в Петербурге уже сильнейший снегопад несколько дней, а в Кракове еще вообще нет снега. Но когда он выпадет, я обязательно сниму видео и буду делиться с вами своей радостью. Ну все, до скорых встреч!